Всех приветствую на моем канале Jabbix. И сегодня я хотел бы вам порекомендовать отличный сервис Layboard для поиска работы практически в любой стране. Сервис очень хорош, потому что помогает максимально быстро найти хорошего работодателя. Там есть страны, которые вы можете выбрать, то есть нужную вам страну выбираете. Выбираете также сферу, в которой бы вы хотели работать. То есть без разницы, это грузчик, водитель, там множество разных сфер, и вам предлагается очень много разных вакансий. Вы можете перейти. Итак, ребят, сервис layboard.com для поиска работы в любой, практически любой стране. Здесь на главной странице вы можете выбрать страну, в которой вы хотите найти работу. Их здесь очень много. Выбираем, которую вы хотели. Вот я, например, выбираю Норвегия. И также можно выбрать рубрику, ну то есть кем вы хотели бы работать. Это перевозки, водители, там удаленная работа, упаковка на складах, рестораны, медицина, в общем, множество разных вариантов работы. Выбираем водителя, дальнобойщики и курьеры, и после чего нажимаем поиск по данным вакансиям. И здесь сразу у нас выдаются вакансии самые быстрые. Здесь вы можете посмотреть, сколько предлагает работодатель зарплату. Также страна и город, в котором эта вакансия актуальна. Также, если вас она заинтересовала, вы можете открыть эту вакансию и более подробно почитать. Здесь есть сразу номер телефона, куда вы можете позвонить для более подробных вопросов. Также про работу сразу вам расписано. Возраст, сколько нужно, где работать. То есть и здесь более подробно все написано про именно эту вакансию. Если вам, например, интересно и вас заинтересовала данная вакансия, здесь есть вкладочка «Связаться с работодателем». Нажимаем на эту вкладочку и оставляем ваш номер телефона, который вы хотите, чтобы с вами связались. Написали номер телефона, нажимаем «Дальше». И после чего также можно написать имя, как вас зовут. Нажимаем «Отправить», и после чего работодатель свяжется, если вы ему подходите. Также на самом сайте можно добавить резюме. То есть вы создаете свое резюме, пишете имя пользователя, mail, почту, пароль придумываете. И в резюме нужно расписать, то есть где вы до этого работали, сколько вам лет, как вас зовут, там, например, заработная плата, которую вы хотели бы получать. И, соответственно, специальность, по которой вы хотели бы работать. И работодатели будут с вами связываться сами. Это очень удобно, потому что, по сути, работа будет искать сама вас. Также большой плюс, что здесь можно посмотреть отзывы о вакансии. То есть люди, которые работали с этим работодателем, например, оставляют после работы нужные отзывы. То есть если им понравилось, оставляют хорошие отзывы. Если им не понравилось, оставляют плохие отзывы. И вот здесь в каждой вакансии есть определенные отзывы, вы сможете прочитать и узнать, какой же это работодатель и стоит ли к нему вообще устраиваться на работу. Также здесь есть специальное приложение для Google Play и App Store. Здесь вы можете очень быстро найти себе нужную работу. Ребят, ссылочка на данный сервис Layboard будет в описании. Переходите, кому нужно найти очень быстро хорошую работу, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, смотрите, выбирайте нужную страну, создайте свое резюме и очень быстро найдете нужную работу. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на мой канал, оценивать мои ролики. Всем удачи и до новых встреч!